Боевые машины, выстроенные в колонны, загруженные боеприпасами. Неподалеку солдаты обустроили окопы для техники и замаскировались. На полигоне в Черниговской области танкисты выполняют задания согласно легенде учений. Наш особовый склад готовы выполнить за призначенням, надати зв'язок управлінню. Бойовий дух у нас сильний. Решимости военным добавляет пример коллег из Крыма и патриотизм сограждан. Вот даже те события, которые, что люди все стремятся помочь армии, стало как-то более уверенное. Люди пребывают в хорошем настроении, обеспечение пищевое хорошее. К украинско-российской границе движется тяжелая техника из харьковских частей. Ее колонна выехала из Чугуевского района в полной боевой готовности. Охранять рубежи в усиленном режиме будут до особой команды. Мы люди военные, мы принимали присягу на верность народу Украины, то есть готовы защищать наш украинский народ. На подмогу им отправляются коллеги из Львовской области. Западное управление погранслужбы посылает на северо-восток мотоманевренную группу. Вона посилена не тільки стрілецькою зброєю, але є техніка для ураження і бронетанкової техніки, і іншої важкої техніки. Несколько сотен офицеров и контрактников в эту командировку вызвались сами. Все готовы, все как бы нацелены на то, что, ну, во-первых, все будет хорошо, вот, а во-вторых, я думаю, что все равно победа будет за нами. Вместе с военными в путь двинутся несколько десятков автомобилей, БТРы, собаки и полевая кухня. Владимир Тылюк, Татьяна Федоркова, Елена Лазун. События.